eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. О, друзья, всем доброго вечера, всем доброго времени суток, ТАФ у микрофонов. На некоторое время пока что пусть Юра расслабится, отдохнет один матч, скоро он вернется в студию. Надеюсь, и вам будет интересно посмотреть со мной одну очень неплохую зарубку. Правда, Юра сказал, что в принципе здесь все понятно, но мы будем верить, конечно же, в интригу. Добавьте, давайте я добавлю звучка. И, конечно же, обо всем и потихонечку. И что ж, прошел раунд у ножах. Team LDLC против GamePub. Очень, конечно же, матерые известные французы, ну, которые будут сейчас, ну, в принципе, как многие говорят, давать жару команде GamePub. Ну, мы посмотрим, ребят. Я пока привыкаю вот к кайсерской студии, потому что пытаюсь читать ваш чат, то, что вы пишете в нашей трансляции. Но немножечко оно у меня за спиной. Но буду поглядывать. На самом-то деле очень интересная, многообещающая встреча. Ну, наверное, все-таки в первую очередь для команды GamePub, которые начинают эту встречу за атаку. Ну, в принципе, друзья, мы сейчас посмотрим, наверное, и разберемся, что нам предложат эти ребята и вообще, что же они планируют делать на карте Inferno. Вообще, конечно, ребят, ждите уже в ближайшее время у меня трансляции КС на большее количество матчей. Вот сейчас у нас также ждем возвращения Слэма, но об этом по ходу матча все расскажу. Там, кстати, у Слэма тоже очень интересное приключение. Сегодня он должен был в полночь вернуться, но не все так просто сейчас на российско-украинской границе. Но об этом чуть попозже вам расскажу, надеюсь, вы мне напомните в чате, а мы пока посмотрим попытку выхода Б в исполнении GamePub. Тут, кстати, у нас только Маньяк и Хэппи, два игрока сейчас будут находиться на Б-пленте хилпа. В принципе, QLE далековато находится. Если будет сейчас врыв, то этим парнем не позавидуешь. Пошел врыв, дымы в хилпу, хорошо начало. Ой-ой-ой, как Хэппи принимает двоих, я просто не понимаю. Как же ж не прочекали этого парня, есть шанс, еще один минус, и будет все хорошо. Но пока, в принципе, довольно неплохо. Итак, для GamePub бомба уже практически поставлена. И можно брать первый пистолетный раунд. Очень важный за атаку, особенно в таком матче против LDLC. Выход из церкви. Хороший отмена, хедшот. Ну что, второго добрал, красавчик. Ну и это 1-0 для GamePub. Поэтому у нас интрига, ну, пока что появляется. Конечно, посмотрим, что будет на первых оружейных раундах. Мы прекрасно понимаем, что все-таки эти французы очень талантливы. И эти парни, конечно же, на любой карте показывают настоящую классную игру в CSGO. Ну и, понятно, понимаем приблизительно и знаем, кто такие GamePub. Поэтому тут явно фаворит у нас существует. Ну что же, посмотрим, что придумают сейчас LDLC. Все-таки за топ-командами всегда нужно следить не только на обычных оружейных раундах, но и на эко. Вот небольшой разменчик сейчас на центре. Поджим со спины идет. Дальше на пленте спокойненько выходит. Хэппи, Маньяк остаются вдвоем. Ну и, в принципе, здесь было все понятно. По-моему, один фармган находился у парней. Но, в общем-то, пока что ничего сверхъестественного в этом матче онлайн-части парни пока не придумали. Ну, в принципе, мне так кажется, если GamePub вот возьмут все свои ключевые раунды, то мы получим действительно полноценный, красивый, классный матч, где будем видеть очень интересные фишки по тактике. Хотя, опять же, середина онлайн-сезона, не всегда парни раскрываются в этот момент. Но посмотрим, что получится. LDLC Маньяк, в общем-то, сейчас может встретиться. Ой-ой-ой, он должен был слышать сейчас парня. Можно было Зерекса тоже забрать. Нена получает Зерекс. Какие хедшоты. Просто мясо. Тащите минус 3 от Маньяка. В принципе, на то он и Маньяк. Посмотрим. Не засейвил, конечно же. Он девайс в углу. Немножечко просчитался с ХП.
Ну, я тут пытался негра что-нибудь подобрать, но не получилось. Пока что останется с этим девайсом. Паузу просит маньяк. Нету пятого игрока LDLC, друзья. Кстати, вот как мне подсказал Юра, к сожалению, камеры сейчас на сегодня в студии отключена. Так бы я, конечно, бы вам покривлялся с удовольствием. Но будет возможность почитать ваши сообщения в чате. Вот. Все, ребят, читаю, вы тоже пишите. Конечно же, буду отвечать на вопросы, если они будут появляться по ходу трансляции. Еще раз напомню, на следующую игру, конечно же, Юра Страйк вернется в студию. Ну и, в принципе, я надеюсь, что сегодня там у Игоря все будет хорошо. И все-таки, что он сегодня-завтра, да, вернется в студию Старладера. Но, ну, я думаю, что больше подробностей он сам лично вам расскажет уже. Надеюсь, что завтра. А о проблемах, в принципе, я думаю, вы уже догадались. Я вот читаю ваше сообщение, в принципе, читаем. Итак, ребят, поехали. Раунд под номером 3. По-прежнему эко в исполнении команды LDLC. Но, в принципе, вот почему-то я уже не жду каких-то зверских действий. Вот на втором эко-раунде от парней, вот больше на первый. Думал, парни сделают упор. Пока все просто. На ноге просто первый минус. Юнг неплохо сыграл. Ну и давайте посмотрим, что получится на коврах. Да, в принципе, все должно быть без проблем все-таки. Хотя, посмотрите, вот очень неплохой, нужный хедшот. Второй, третий. Ухо, вот это я немного подчервил геймпап. И очень, очень нужно сейчас постараться все-таки Нена. Ой-ой-ой, ну давай, тащи, родной. Ну, тут могут быть проблемы, вы все видите прекрасно. Есть еще один важнейший минус. Остается игрок Plenty с 3 хп. Он делает один минус, но нет, на этом все. LDLC просто с самого начала показывает, кто здесь папочка и кто здесь геймпапа, а кто здесь LDLC. Ну, надеюсь, никто все-таки ставки не делал на команду геймпапа. Ну, конечно, не хочу ничего плохого говорить о этих парнях, но ребятушкам нужно, я думаю, еще постараться и немножечко поднять свой скилл. Ну, вообще, после последнего чемпионата, конечно, я говорю про Катовицу, я думаю, еще большее количество игроков и людей, которые начали играть в CSGO, появилось. Все-таки действительно были очень зрелищные матчи, да и CSGO потихонечку превращается в очень-очень интересную и хорошую игру. Думаю, опять же, к физике многие уже привыкли, в принципе, уже даже больше одного года прошло. Ну что ж, смотрим, будет выход на плент с глоками, пытаются здесь прорвать. Ну что же, Апекс дает первый минус, дальше Кьюэри не попадает, дважды получает хедшот, но с пистолета все нормально, просто отработал на 5 баллов, дом уже, наверное, не выйдет. Хотя ставит еще один хедшот Кьюэри, выбивает АВП, которое уже подобрал Хэппи. Ну и вот, в принципе, все понятно, счет 2-2, конечно, есть деньги у ребят из GamePub, но вот самые главные и самые важные для этой команды раунды вот-вот и начинаются. В принципе, еще, конечно же, можно все 10 раз исправить и гарантировать себе очень неплохую первую половину. Но посмотрим, есть ли раунды, есть ли раскидки и вообще, что есть в арсенале этих парней, вот, кроме этого парня, который дает Юнг минус мидли с самого начала раунда. Ну, опять же, как играют сейчас Инферно, все на том же чемпионате в Польше, я думаю, в принципе, вы все видели. И кто не видел, конечно, советую посмотреть финал, то, что творили ребята из команды Virtus.pro. Просто великолепный сплит на мидл сейчас мы наблюдаем. Ну и это должен быть сейв, просто маньяк и Хэппи даже сдернуться с бэплента не успели. Так очень удачно геймпап и быстро заходит на точку А. Вот я все-таки не всегда еще привыкаю к скорости CSGO. И забываю, что раунды немного побыстрее проходят. Ну что ж, бомба стоит. Сейф будет, конечно, попытка от LDLC. Посмотрим, не побоятся ли геймпап. Ну, не должны бояться и идти и брать раунд. Хотя по экономике, конечно, было бы сейчас все-таки неплохо выбить эти два девайса. Потому что будет очень плохая ситуация у команды LDLC. Мы видим маньяк, у которого не так много. У нас, по-моему, снова вылетает игрок. Сейчас разберемся с этим моментом. Пока смотрим за маньяком. О, тут, кстати, ну, явно сейчас его заманьячат. Давайте смотреть, как это произойдет. Ну, либо он просто на папу сыграет и сможет засейвить свой коллаж. Да, два игрока атаки находятся где-то в церкви. Счет 3-2 в пользу GamePub. И интрига есть. Интрига есть. Нет, все нормально. Никого не выкидывало. По фрагам давайте пройдемся. 5-1 у нас играет Узи. 4-3 Хэппи, маньяк. 4-1, 3-5 Кьюли. Апекс 2-4. Но я думаю, что этот парень себя еще покажет с лучшей стороны. Нена 7-5. Ну, тут, конечно, давайте лучше с нижней части посмотрим. Тут Негра и Зеракс. Вот эти парни пока что. Зеракс, кстати, тоже бицепс.
если честно, этого парня в жизни не видел, но, наверное, он такой же интересный, как и Паша по размеру бицака. Так вот, вернусь к Польше, вернемся к команде Virtus.pro в частности и вообще то, что происходило в матче против НИП в финале самого чемпионата. Вы видели эти сумасшедшие аркады, вечно 2-3 банан, 2 центр, плюс через раунд рашащий игрок по коврам. Это немножечко напоминало начало 1.6, вот тот самый момент, когда именно польская пятерка, буквально говоря, научила весь мир играть на карте Inferno агрессивно. И это они делают второй раз подряд в КСе, ну, в данном случае теперь уже в CS:GO. Ну и, в принципе, я думаю, все ребят, которые играют на, и пытаются играть на про-уровне, понимают, насколько важен, да, в принципе, как и всегда, банан на карте Inferno. По-моему, в CS:GO он стал еще поинтереснее. Снова выход на плент, готовится 2 мидл, 2 ковры, 3 центр, 3 ковры. Скорее всего, троица пойдет 2 на 7, 1 на 5, отвлекать АВП. Минус уже есть от QL, он очень неплохо отработал и останавливает атаку. Ковры мы пока что видим степом. Здесь очень-очень агрессивная пока что игра на семерке. В дым пытаются выйти в спину, и получается великолепный тайминг для QL. Это просто... Человек железные нервы. Ну или яйца, кому как удобнее. Ну просто... Просто сумасшедшая чуйка у этого парня под ником QL. Он всегда делает все в нужный момент. Ну и, кстати, одна из уже, наверное, постоянных фишек CS:GO — это выход в дым. И частенько балуются такими вещами очень большое количество топ-игроков. Тафт и кресло дотеров спер. Кстати, вот насчет кресла Вилата, ну, там тоже отдельная история. Ну, в принципе, сейчас эко-раунд можно рассказать. Да, конечно, он их, два этих очень супер удобных кресла, стула, называйте их как угодно, специальные для геймеров, сам просто заказывал Германии, тащил через Польшу. И, в принципе, конечно, я такие кресла себе уже вряд ли из дотерской добуду. Но кому интересно, мы говорим о Need for Seed, о креслах DX Racer. Ну, это те, кто следит за моими социальными сетями. Очень простой эко-раунд, здесь даже особо нечего было говорить. Ну, как-то вот немного где-то, мне кажется, ребят, не на все 100% стараются на эко. Ну, либо пока что не показывает свои лишние заготовки и раунды, которые, возможно, припасли, да почему бы и не на лан-финал. Ну, посмотрим, что будет дальше. 3Б агрессивно в центре Apex, и, по-моему, Узи пойдет по коврам. Вот такой раунд решили разыграть игроки LDLC. По-моему, они ожидали от команды GamePub аркаду на банане. Которой, кстати, нет, но пока что медленная игра присутствует. Есть первый минус, и троица продвигается дальше. Вот здесь все-таки не прочекают. Сзади получите минус один, минус два. И, может быть, маньяк еще третьего успеет подцепить. Ушел маньяк, но в любом случае уже все хорошо. Хелпа на Б есть, атаки на центр пока что не предвидится. Хотя мы видим перетяжку уже, и мидл, и ковры очень быстро, кстати, стянулись. Но очень четко играет Apex. Две головы залетало в этом промежутке. Ну и последний фраг уже непосредственно с хедшота. Очень четко отстрелял с кольта. Ну и пока мы действительно видим ту картину, которую мне предсказывал Юра Страйк. Да, я думаю, и Слэм бы предсказал бы ту же самую картину. Это, конечно же... То, что команда LDLC находится сейчас впереди по счету, да и, в принципе, они явно выступают фаворитом в этом матче. Плюс сторона еще, в принципе, все пока что складывается в пользу французов. Очень интересный эко-раунд. Давайте посмотрим, как будут ребята работать с очень интересных фармганов. Минус 2 просто на банане. Нет, ну, ребят, просто, по-моему, ничего не получается даже на эко-раунде. Хотя вот периодически очень неплохие минусы залетают, но нет, геймпап их просто пока что, ну, на ровном месте перестреливают игроки команды LDLC. Где-то они быстрее, где-то они предсказывают то, что будет происходить на карте, где-то читают своих оппонентов. Ну и, опять же, все-таки в большей... Наверное, в 50% просто банально перестреливает своих соперников из GamePub. Ну, посмотрим, чем это все еще может закончиться, потому что в последнее время как-то я не хочу делать какие-то прогнозы, особенно теперь в матчах Counter-Strike Global Offensive. Бывают очень интересные ситуации, ну и особенно моменты, когда ты знаешь инсайдерскую информацию, что, допустим, середина онлайн-сезона, там ребята тут где-то не успели потренироваться, где-то там что-то кем-то, чем-то кто-то был занят. Ну и опять же, середина сезона — это вот все-таки, наверное, не самое лучшее время для такой самой жесткой, хорошей игры. Хотя есть другие чемпионаты, в любом случае команда готовится, может быть, кто-то нам что-то и покажет, но вот в частности, если говорить о команде GamePub, то это, конечно, вряд ли. Ну что же, выход на Б будет сейчас, да, не будет, маньяк, просто что ты делаешь, просто сам, спокойно, хелпа далековато была, в принципе, атака могла
удачно разыграть этот раунд. Но снова не везет ребятам из геймпа. Посмотрим по фрагам. 10-6. Апекс. Вспомним раунд на медле. Две звезды есть. Тоже очень неплохо идет маньяк. Он умер только один раз. Ну и, в принципе, Узи также всего лишь один раз погиб пока что в этой встрече. Ну и как бы все спокойно для французов. Ну что ж, Зеракс, Негра пока что 3-9, 2-7. Эти парни не включаются в борьбу. Лучший из игроков атаки — это Нена. Ну что ж, быстренько дом, ковры, сплетанют. Ой-ой-ой, это будет быстрый аплент. И посмотрите, 3Б было в этот момент у французов. Если будет играть быстро, сейчас можно брать раунд. Давайте посмотрим, будет ли выход или нет. Юнг не попадает на центре. Ух ты, ну тут Апекс, конечно, перекрывает очень жестоко. Зеракс. Есть шансы, но красный Юнг, АВП, Зеракс, 1 хп, 7 хп и 2 фуловых на 4. Очень уверенная вот здесь позиция, причем ее не будут чекать. Настолько хэппи не спалился, что его даже просто не проверили. И посмотрите, что происходит. Минус 2, минус 3. До свидания. Просто чемоданы и домой. Я бы так сказал, если бы это была не онлайн-часть. Нет, ну... Слишком большая разница местами по стрельбе. Вроде бы как бы пытаются как-то комбинировать геймпап. Пытаются играть банан, пытаются играть сплит на, пытаются играть 3 плюс 2, пытаются играть 2-2-1. Но где-то там не вовремя флешка на центре вылетает со стороны защиты и очень агрессивная игра в исполнении французов. Ну а где-то просто, как говорится, не залетает. Зеракс, хороший минус, но как бы уже поздновато, он остается один. Ну и, в принципе, вы все понимаете, что сейчас его заберут, но, может быть, чуть попозже. С одним хп будет тяжеловато выжить. Пытаются прошить Кьюли. Очень четко все по таймингу понимает этот парень. Вот на секунду позже обстрелил. Дал бы минус, но он в любом случае забирает девайс, забирает Зеракса. И счет становится уже действительно серьезный. 7-3 в пользу LDLC. Еще 5 раундов. Так, ребят. Немножечко обращу внимание на ваши комментарии в чате Твича. Опять же, напоминаю, что монитор у меня где-то за спиной, поэтому не всегда получается читать ваши сообщения. Вот. Попозже вернусь, посмотрим. Пока что снова быстрый раунд. И вот снова, посмотрите, очень спокойно и как бы все позволяющие играют ребята из LDLC. Здесь даже не было такого врыва, там куча гранат на центр. Просто парень из дома делает больно геймпап. Но все-таки атака продолжается. Посмотрим, что будет, как говорится, второй волной. Переключимся, возможно, все-таки к Узи. Не к Кузе, а к Узи. Посмотрим, что он будет делать из больших песков. Потому что довольно интересный выход. 2-7, 2 ковры. Будет ли удачный тайминг? Неплохо. Первый минус. Open фраг есть. При атаке 2 в 4 ситуация нужен. Нужен фраг. Понятное дело, только 3 в 2. Так появится шанс. И вот здесь вот, наверное, погибает игрок на 7. Да, минус Нена, минус Зеракс в исполнении Эпикса. И в очередной раунд очень простой для LDLC. Снова из-за агрессивной игры со стороны защиты в начале раунда. Ну, давайте посмотрим, конечно, во что это перерастет, но я уже потерял всю веру в команду GamePub и не очень мне, честно, верится в то, что эти парни сейчас вот такие просто вот бицуху достанут и просто начнут уничтожать налево и направо. LDLC — это все-таки крепкий орешек, а не пацаны из района, как говорится, не с местного клуба. Эко-раунд. Юнг сам на центр пошел, сам отдался. В это время команда пытается пройти ковры, чекает, все проверяет, но плюс остается игрок на нуле. Ну, в общем-то, ну, вы видите, что ребята не слишком сильно стараются. Все-таки я не думаю, что это был какой-то там задумка какая-то. Ты чекаешь мидл один, если есть, делаем то, если нет, делаем так. Я думаю, что просто парни идут и сливают. И наверное, не верят в то, что можно выиграть эко-раунд против LDLC. По деньгам у французов, ну, просто олигархи. И, конечно же, здесь все хорошо. Ну, Apex страдает 3700, но остальная команда явно этого парня просуппортит при первой возможности. Ну что, продолжаем верить. Появляется АВП у ребят из GamePub. Ну, давайте, наверное, все-таки без автодиректора посмотрим, что же здесь будет делать Юнг, как он будет тащить и будет ли первый open фраг от GamePub. Будет ли возможность взять раунд? Ну и давайте смотреть. Два банан, 2 плюс 3, причем сейчас довольно закрыто действует, кроме банана, команда LDLC. Здесь, в принципе, все понятно. Они все используют все золотые правила 1.6. То есть, если ты играешь пассивно на апленте, то у тебя должен играть агрессивно банан. Если у тебя пассивно играет банан, ты должен где-то быть агрессивней со стороны дома, ковров, 5 и 7, чтобы был больше контроль карты. Ну что ж, Кьюли,
Кьюли выигрывает первую перестрелку, делает первый фраг. Ну и, в принципе, единственное, на что стоит надеяться, это что Юнг... А я не успел, ребят, простите, АВП забирают. Ну и все, 5 в 3. В общем, даже не успели дойти до своих позиций. Они, в принципе, вот с нуля еле вышли. Их просто всех перестреляли. Ну, без шансов. Просто no chance. Хотелось бы мне, чтобы вот на мою сегодняшнюю трансляцию, на матч, который я пришел комментировать, была бы какая-то интрига. Геймпабы тащили, показывали нам высокую шпилку, красивую игру. Но, видимо, наверное, не сегодня. Это тут большинство, наверное, для ставок смотрит этот матч. Кто-то залепил много денег на LDLC. Я так думаю. Так, да, на чате Твича у нас какие-то чехлы, ребят, ну ладно, чехлы я обсуждать не буду, поэтому давайте смотреть за КСом быстро. А, отлично, какая дикая позиция, что он вытворяет, минус 2, но третьего умаш, Кьюли, минус 3, просто бог сейчас, АВП в лице Кьюли, это действительно было великолепно. Зеракс, уже не важно, что получится, там просто пацан им надавал по шапкам очень-очень смачно. И, ну, вы, наверное, те люди, которые играют в КС, вы понимаете, когда... При какой-то быстрой аркаде АВП с какой-то дикой позиции дает минус 3, то мораль у последних оставшихся двух игроков явно не на высшем уровне. Да и вообще, что происходит вообще? Как так? Как такое могло произойти? Дикий Кьюли, просто великолепный игрок. И продолжает агрессивно действовать, в этот раз на банане. Продолжаем, как же тут пойдут дела у Кьюли. Продолжаем смотреть, получил хедшот. Вот теперь все-таки Юнг отомстил, не с АВП, так с калашом. Можно и маньяка еще цепануть. Чекает Узи ковры, но, в общем, наверное, пока что атака немножечко остановится. Хотя, опять же, мы по мини-карте наблюдаем за тем, как геймпап не отдает банан. Там, кстати, выход автодиректору, родной, покажи нам. Вот-вот-вот, сейчас поймают маньяка, отлично, Зеракс. Но в это время уже негр успел упасть, его успели забрать. И 3 по банану с плентом. Правильно стоит игрок хелпы, хэппи, но он уже даже свою обойму отдал. В общем-то, он запускает соперников на плент. И геймпап должны брать сейчас раунд. В большинстве находится, позиции отличные. По-прежнему в большинстве 3 на 2. И счет первой половины станет 11-4. В принципе, я думаю, вы все этого и ожидали. Единственный наивный валенок — это был Тафа из нашей сегодняшней вечерней тусовки, который верит всегда в команду, которая является не фаворитом. Ну что же, отметим, конечно же, Эйпекса, но Кьюли просто шикарные фраги, 5 звезд от парня, и видно, что он в ударе. Ну и понятное дело, что этот парень не юзает читы. Кстати, параллельно вот у нас в клубе, как вы все, я думаю, знаете, тренируются сейчас, буткемпятся 3 недели ребята из команды Hellraisers. Они мне рассказывали очень интересные вещи. Вот я вчера не попал к ним в матчмейкинг, вот только тоже вот ваш покорный слуга начинает покорять просторы CSGO. Не все это, конечно, легко с физикой, да, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что с 1.6 нужен какой-то период, чтобы перейти на CSGO, и еще какой-то период, чтобы тебе уже начал нравиться CSGO. На самом-то деле, наш любимый Counter-Strike остается прежним. Одну секунду, друзья, почитаю, что вы мне пишете. Не хватает скайп-шоу, народ. Ну, скайп-шоу планируется. Вот, кстати, у меня отдельно стримы еще, возможно, и разборы тактик будут проскакивать на моем личном стриме, вот, который я за лет 8 стримерства вот только начну развивать. Понимаете, что на Старладере и так работы и комментариев хватает. Ну что, геймпап, верим в вас, парни. Давайте да, покажите, что вы вообще не какие-то пацаны с районов и тащите. А после пистолетки я расскажу, что же мне сегодня поведали ребята из команды Hellraisers. Извините, что так, очень много информации, которую я должен до вас донести, но вы понимаете, что игра не ждет, и команда LDLC уже хочет, видимо, побеждать. Как можно быстрее, очень-очень пока все просто. 4 в мидл, заходит, дает минус, хэппи... Просто ловит поджим с бананом в спину. Ну вот, есть надежда на этого парня. Бицепс, тайминг отвернулся. Все равно, хэдшот хорош. Дальше получится или нет. 3 в 3 ситуация. Есть надежда для защиты. Давайте, геймпап. Мы хотим интригу. Хэппи, хэдшот Зераксу. Ну что? Хорош. Еще. Ковбой Нэн очень-очень неплохо по спине настрелял. Стоит бомба. 18 у Эйпекса, Кьюли 84. Но ситуация 2 в 2. Банан как бы не рано вышел. Ух, очень-очень рискованно здесь играл игрок. Можно было оставить своего тиммейта 1 в 2. Но мы видим, за тремя красный есть. В это время Кьюли невероятный хедшот ставит. Ну что, давай, тащи, родной. Будет ли Нэну раунд? Нет, не будет. Это очередной раунд звездный для Кьюли. Уже, по-моему, 6-я звезда для этого парня. Да он просто, я не знаю, мне такого тиммейта... я уже, наверное, и сам бы на чемпы врывался. Хорошо.
Хорошо, проперто, великолепно играют Apex и QLA. Они мне действительно сегодня нравятся. Геймпап пока, конечно, не сопротивляются так, как хотелось бы. Давайте за Зераксом посмотрим. Это очень интересная вещь в его руках-то сейчас находится. Ну, ножик, конечно, крутой, но мне больше шотган интересует. Дедушкин обрез. Нова под Б. Ну, просто на мувик должен сыграть этот парень. Хотя нет. Вернемся к автодиректору, если что. Мы еще посмотрим, как рвут с шотганом. Ну, а потихонечку мы переходим уже в финальную, завершающую стадию. Команде LDLC в этом матче осталось просто поставить одну жирную финальную точку. Как говорит, уже добить лежачих геймпап, которые, в принципе, наверное, да и не против, лишь бы уже отмучиться в этой игре. Уж как-то не пошло инферно и слишком много не получается. Я еще, кстати, даже за весь матч пинг не смотрел. Возможно, там какие-то большие проблемы и отличия, но сейчас мы все увидим. Игрок на коврах получает очень неплохо, но маньяк-то сейчас. Тайминг неудачный для маньяка. И как хорошо Юнг дает минус в это время. Забирает Неда. Снова QLA вездесущий. На QLA. Ну, хоть кто-то должен был его вырубить-то в этом матче или нет. Пленти. Юнг не цепляется. 3 в 3 ситуация. Есть калаш, есть шотган сейчас у игроков защиты подобраны, но нет арморов. Размен 2 в 2, Apex 15. Негра, давай, родной, зачитай нам рэпчик и потащи раунд. Хотелось бы, чтобы так случилось, наверное, и нам, и фанатам команды GamePub, но, видимо, интриги все-таки не будет. Попытка выйти на плент, зацепился за стенку. Прицел, в общем-то, далек был от соперников. 14-3. Ну и что? Сейчас... Ну, был бы этот матчмейкинг, надо было брать какие-то девайсы, потому что играть на 15-3 нет смысла. Но так как это матч чемпионата, я уверен, что все-таки где-то мыслями GamePub попытаются зацепиться за ничью и со счету 15-3 спасти игру. Но мы все понимаем, 12 раундов подряд против LDLC на Inferno. Это больше на какую-то сказку похоже. Но почему бы и нет? Может быть, эко-раунд парни потащат, и вообще у них все будет хорошо получаться. В это время LDLC пока что дефолтик разыгрывают. Двое проходят дом ковры, QLA на мидле, двое контролят банан, понимают экономику, понимают, что эко у GamePub, и где-то чуть-чуть играют по агрессивнее, где-то позволяют себе выходить по одному. Чек мидла, чек 5-7. Нычку, конечно, отсюда не проверишь. В это время Happy еще один минус успевает дать на банане. Бэплент абсолютно пустой. Бомба лежит вообще на второй длине. Ребята даже вот без плента разыгрывают этот 15 раунд победный для LDLC. И ждем финального в исполнении этих парней. Хотя, конечно, мне хотелось бы, наверное, покомментировать чуть-чуть побольше. Но, ребят, обещаю, вот по возвращению Игоря, по возвращению, точнее, по завершению гранд-финала в другой дисциплине, я здесь буду чуть побольше появляться. Ну что, поверим, последний раз, наверное, на сегодня в GamePub, и то, что у них что-то получится в защите, и, наверное, поверим автодиректору, то, что он нам поймает кучу смачных фрагов. Ковры, минус один, маньяк забирает, очень плохо для защиты начинать раунд, ну, можно говорить, вчетвером, особенно с пробитыми коврами. Юнг неплохо ответил, в пленте есть игрок, минус... Нет, нет, все-таки здесь, наверное, не зацепиться. Хотя появилась маленькая возможность, но вы видите позиционно, в принципе, все неплохо для LDLC, кроме вот одной маленькой проблемки. План здесь валяется, его нужно подобрать. Как легко подпустили к бомбе, ну, теперь вообще тут все... Все просто, автодиректор нас подставил, всех поубивал Happy. Ну что же, поздравляем парней с сундуками, с победой, с 3 очками в матче. GamePub поздравляем, наверное, да с чем? Поздравлять особо нечего, только с быстрой игрой можно поздравить эту команду. Очень-очень неплохо, солидно выглядели LDLC, по крайней мере, в этой игре на Inferno. Ну и QLA, я думаю, пару моментов на мувике успел себе записать. И, ну, я не знаю, жду хайлайтов завтра уже от этого парня. Так, рассказали Тафи, где купить приватные читы. Да, вот теперь про Hellraiser, давайте все-таки закончу. Так вот, сегодня мы впервые увидели, как после пистолетного раунда, после двух хедшотов, банятся игроки в матчмейкинге. Я вот такого не видел. Вот парни мне рассказали, что вот играли вчера, начинается пистолетка, вылетает какой-то дикий КСер, ставит 2 хедшота и просто через секунду его банят. Я вот такое не поверил, но будем верить, что все-таки античиты заработают. И будем верить в то, что тем людям, которые их используют, будут банить полностью Steam. Не только CSGO, а вообще полностью со всеми играми, деньгами, скинами и так далее. Ну что же, Юра Страйк потихонечку возвращается в студию и готовится к следующему матчу. Я с вами на сегодня, друзья, попрощаюсь. Но это не значит, что я не буду здесь появляться в студии Counter-Strike Global Offensive.
Еще сам качнусь, еще посмотрю там одну-вторую тысячу демок и, конечно же, вернусь с самыми лучшими комментариями. Но на сегодня я с вами прощаюсь. Юра уже готовится к нашей следующей игре. И, в принципе, Юра, давай проанонсируем следующий матч, поможешь мне. Ребятам скажу пока, но не конец трансляции. Это только...